Всем привет, ребята! И сегодня домой мы будем упаковывать такую вот прекрасную малышку Лиам. Это уже моя вторая малышечка Лиам. Она выполнялась на повтор прошлой малышки. И сегодня я ее буду собирать домой, потому что завтра мне ее нужно уже отправить. И решила вам показать. Ну, давайте начнем. Малышку я отправлю вот в таком красивом платьишке. У нас еще на дворе февраль. Зима, поэтому решила, что пропадать такому платью, и отправлю малышку вот в таком вот платьишке. И вот в таких вот белых носочках. Вот. В принципе, это все, в чем поедет малышечка. Сейчас будем начинать уже собирать ее приданное, что она привезет с собой. В комплект с малышкой я положу вот такой вот красивый костюмчик розовый. С прошлой лямушкой я клала такой же, только зеленый. В этот раз розовый будет. Еще к этому набору идет вот такая вот розовая повязочка. Сейчас это все красиво упакуем. Также с малышкой я еще положу набор щеточек. Это гребешочек. И щеточка. Еще я положу вот такие вот туфельки с бантиком. Они подойдут как и под этот образ, в котором она поедет, так и под образ, который я кладу в подарок. Такие вот туфельки на малышку. Еще малышка привезет с собой вот такую вот пустышечку с единорожкой. Пустышка на магните. Вот так вот она хорошо держится. Такое вот свидетельство о рождении привезет еще малышечка. Имя я еще не вписывала, потому что мамочка сказала, что она еще пока не определилась и сама потом впишет. Дата рождения у нас 21.02.2024, рост 75 сантиметров, вес 2 килограмма, 486 грамм. Она весит так мало, потому что мамочка тоже попросила не сильно утяжелять, так как малышка будет сниматься в видео. Мастер куколки, Ксения Алиева и мои соцсети. Такое вот свидетельство о рождении. Еще в подарок я положу вот такой держатель для пустышки в виде лисенка. Давайте начнем это все красиво упаковывать. Первое, с чего я думаю начать, это с мелочей. Пустышечка вот такая вот. Убираем пустышечку. Вот такой пакетик. Вот красота. Свидетельство о рождении я кладу в файлик. Ну, а уже все остальное я буду упаковывать вот такую вот красивую бумагу. Комплект одежды я упаковала вот в такую вот бумагу. А вот эти вот подарочки в виде держателя и расчесочки я решила не упаковывать, а положить в пакетик. Вот в такие пакетики я положу. Расческа и держатель. А вот в такой большой пакетик я положу свидетельство. И пустышечку. На вот этот подарок я наклею наклейку, сделанную с любовью. Саму куколку я решила упаковать вот в такую вот пеленочку. Еще я вспомнила, что малышке хотела в подарок положить вот такие вот резиночки. Кладем в пакетик, чтобы они не потерялись. И еще я положу заколочки. Это я тоже положу в пакетик, где свидетельство, соска. Я нашла у себя вот один памперс, как раз, который я одену на головку. Он у меня оказался единственным, последним, большим. Для начала я намочу волосики малышки, чтобы они все улеглись. Причешу их.
Дальше я беру пакетик и одеваю на куколку головку. Вот так вот. Головку одеваем уже памперс. Вот так вот. Теперь головка малышки в безопасности. Сейчас ручки и ножки я буду заматывать вот такой вот пупырчатой пленочкой. Так как в пеленку малышка не влезла, я решила ее запаковать так. Я уже положила красивую упаковочную бумагу, положила саму малышку и сейчас буду класть подарочки. Еще я положу вот такую вот открыточку. Вот здесь вот. На этом я малышку заупаковала. Завтра я пойду ее отправлять. Если кто-то хочет такую же малышечку на заказ, пишите мне в соцсети, которые я указываю в описании под этим видео. Всех любим, всем пока-пока!